А выставка называется «Манерные доски набойщика Власова». Так вот, Власовы владели красильней на Михайловой стороне. Это село в Суздальском уезде. А сейчас оно входит в состав города Суздаля, Михали, район города Суздаля. Так вот, там была красильня, которая принадлежала семье Власовых. И вот эти доски переданы последним владельцам, Василием Ивановичем Власовым, 1896 года рождения. В музейном центре палаты можно увидеть 8 разных штампов. Их использовали для набивки рисунка и называли манерами. Это деревянные или металлические доски с рельефным узором. Они имеют небольшую прямоугольную форму с мелким рисунком из медных пластинок и гвоздиков, вбитых в доску. Для удобства набойщика по бокам каждого штампа вырублены углубления для пальцев. Такие доски берегли и передавали из поколения в поколение. Все ткани, которые представлены на выставке, это новоделы, кроме одной подлинной. А вот доски набойные, они все подлинные. Доски здесь для нанесения мелкого узора. Получается такой мелкоузорный холст, окрашенный в синий цвет индиго. И доски для изготовления кубовых ситцев. Забытое ремесло – путь к возрождению. Под таким девизом проходит новая выставка во Владимирских палатах. Она представлена на первом этаже музейного центра на Большой Московской. Изучить в деталях манерные доски набойщика Власова есть возможность до 18 августа и абсолютно бесплатно.